Начинаем разучивать движение мамба. Шаг вперед, назад. Вперед, назад. Чтобы было вам легче, поставьте руки на пояс. Теперь увеличиваем темп. Вперед, назад. Активнее работайте бедрами. Еще. И переходим к движению самбо. Шаг в сторону, назад. В сторону, назад. И увеличиваем темп. И теперь пробуем сделать по два шага. Вперед. Два шага в сторону. И еще раз вперед. И два шага в сторону. Теперь все то же самое с другой ноги. Попробуйте. Самбо в сторону. И теперь по два. Мамба вперед. Самбо в сторону. Еще раз. Два шага вперед. И два шага в сторону. Теперь учим второе движение. Поставили ноги на ширине плеч и работаем бедрами. Под музыку. Добавляем небольшое движение руками. Представьте, что вы гладите кошечку и немножечко присядьте. Активнее работаем бедрами. Восстанавливаем дыхание, собираем комбинацию с самого начала. Две мамбы вперед, две в сторону. Работаем бедрами. И кошечка. Сейчас будет все с левой ноги. Мамба вперед, в сторону. Работаем бедрами. Кошечка. И собираем с самого начала. Можете немножечко добавлять движение руками. Самбо в сторону. Бедра. И кошечка. 5, 6, 7 с левой. Раз. Два. В сторону. Руки свободны. Работаем бедрами. Кошечка. Восстанавливаем дыхание. Еще раз. Выдох. Ну вот мы на сегодня и размялись.